Рэп-перископ майки.орг. Крупнейший онлайн-магазин одежды с огромным каталогом принтов ваших любимых рэперов. Огромное количество уникальных вещей по рэп-тематике. Футболки, толстовки, шапки, спортивные костюмы и многое другое. Все изделия проходят трехэтапный контроль качества. Будь ярким, выражай себя в принтах и дари подарки близким. Доставка в любую страну, оплата товара при получении. Ссылка в описании. Мы сегодня с вами поговорим о какой-нибудь бессмысленной фигне, потому что, ну, просто выдалась минутка, решил пообщаться. Так, у меня штатив сделан из втулки от туалетной бумаги, несмываемой, прошу заметить, я экономлю. Поэтому все немножко топорно. Поэтому я не вижу самые нижние комментарии, самые ранние. Ауешна. Ауешна — это моя прическа, мне стыдно за нее. Ну, не то, что стыдно, знаете, просто... Искусство требует жертв. Уже зарос. Да, 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 да. В принципе, они могут даже стоять дыбом, и это уже похоже немножко на какую-нибудь рок-н-ролльную прическу. Дима, а ты отрос, ебать. Давайте вменяемые комментарии. Укулеле, кстати, немножко пострадала во время производства некоторого музыкального контента. Ей был разбит телевизор. Тут где-то запчасти еще валялись. Вот. Эта штука крепится сюда, но пока что она не крепится, потому что ее надо ремонтировать. Ёжик. Все почему-то пишут про волосы. Это нормальная стадия роста волос. Как рука? Ничего, нормально. Уже играю на музыкальных инструментах, струнных. Но я, в общем-то, на других не умею. Залысины нихуёвые у тебя. Да, да, как у Джека Николсона, я всегда говорю. Дима, ты постарел. Ну, годы идут, я здесь с вами, с уродами, постарел. 5 лет – это большой срок, особенно если он с 25 до 30. Ну, и с 20 до 25 тоже, наверное, показательный. А вот с 15 до 20 он может быть не показательным, потому что окна роста таковы, что человек, залипнув в одной дебильной, не знаю, плоскости, может так остаться ослом. Так, можешь нормально освоить скрипку. Ну, я дергал что-то там. Главное понять лад, как там строятся гаммы. В целом, я думаю, что при желании, да, но скрипка это не мое, я не Шерлок Холмс. Сыграй. Малахова видел? Нет. Он про меня что-то сказал? Если да, Малахов знает, тебе пиздец. Хотел бы научиться на чем-нибудь играть, кроме... Я хотел бы делать биты. Я умею на струнах играть, в принципе, я могу там подбирать мелодии какие-то. И, ну, рисовать рисунки 808 бочкой, не знаю, там, бас раскладывать. Бас тоже, считай, струнный, тоже вполне реально. Но это надо очень много времени, пока его нет. Пока мы работаем над флоу, как вы видите, не очень, да, удачно. Почему в Питере снимают украшения сразу после Нового года? Нихуя себе сразу после Нового года, 24 число, ты чё, приятель? До мая, что ли, пока у тебя елка хранится, чтобы ты праздник Рождества хранил, да, в своем домике. Сбацать что-нибудь на инструменте. На инструменте 3 струны, видишь? То есть одна из них исчезла, самая тонкая. Ужасно звучит. Настраивать лень. Ну, я думаю, что на укулеле вы скоро что-то увидите. В ближайшее время. Спой песню 30 лет, пожалуйста. Ну, это не песня, это рэп-трек. Поэтому зачитаю, но не сегодня. Ларин, пойдешь к Дудю? Ну, если позовет. Конечно, с радостью пойду, это же Юра Дудь. Дудь, дурь с двух рук, или тупо драть, сука, или бутыга, Гарин улететь, смотреть на звук. Ты топ. А вот тебя я не знаю, может, ты тоже топ. Я не знаю, я не в курсе. От Хайпажора привет. Мне кажется, Коля еще не пришел на трансляцию. Я не сказал 80 тысяч раз Николай Соболев, как это сделал Денис Шмальц. И как по мне, так челлендж абсолютно бессмысленный. Я думаю, Денис Шмальц с ума сошел, и следующую неделю ему будет сниться только Николай Соболев. Ну или Папоша. Мне Папоша и так снится каждую ночь. Бля, какой ты нахуй рэпер?
Это не в кассу термин. Какие онлайн-бэтлы? Ведь ты даже не эмси. Можешь гнать детям, что твой рэп вышка. Но мы все слышали, что твой бэтл не вышел. Текст был... Ты самый топовый пес, а ты просто пес. Какие ближайшие планы? Блоги снимать. Скоро я окажусь в одной локации, более безумной, чем все предыдущие, в которых я был на протяжении последней недели. Последняя неделя у меня была такая плотная, вы могли видеть меня в Смоленске. Та знаменитая драка с русским ютубом, практически на ножах, с удушением, была там. В Архангельске подснято мое путешествие в поисках освобождения деревни от волков. Деревню заполонили волки. Но, вернее, они не нападают на местных селян, да, они нападают на их скот. На собак, на кошек, съели всех собак. Ты выходишь утром со своим кофейком, нет, с Иван-чаем, это же все-таки сельская местность. Выходишь такой с Иван-чаем, собачку погладить, а там, короче, цепь такая, да, от будки идет. И одна голова висит. Кто стучит? Блять, стучат, короче, ладно. Ко мне пришли, я думаю, что мы продолжим через несколько минут или часов.